Разборки на вокзале. 17 человек в Караганде оказались в ИВС после выяснения отношений на привокзальной площади. Итогом стала разбитая полицейская машина и изъятое оружие. В Караганде полиция заподозрила неладное, когда на площади перед железнодорожным и автовокзалами собралась толпа мужчин и начала выяснять отношения. Место людное, обеденное время. Драки не было, но к скоплению людей выехали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Орлан». В пресс-релизе полиции говорится, что в результате пресечены хулиганские действия со стороны жителей города. Стражи порядка задержали 17 человек. При этом один из участников событий пытался сбежать от полиции на автомобиле и врезался в полицейскую машину. У одного задержанного обнаружено изъято оружие. Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства. Более подробная информация сообщим дополнительно.